Водителей свадебного кортежа привлекли за нарушение правил дорожного движения. На дороге водители иномарок вели себя дерзко, создавая угрозу другим участникам движения. 4 ноября видео появилось в социальных сетях. В тот же день молодых людей задержали. Еще раз говорю, я извиняюсь, что так получилось. Мы на видео вам предоставили, показали, каково у вас нарушение. Вы с ним согласны? Да, я согласен. Много торопились и были чуть-чуть на эмоциях, немного праздничное настроение. Хотел бы принести извинения всем участникам дорожного движения. Нарушители привлекли к административной ответственности.